Вот он, правительственный квартал. Квартал сомнительной репутации. Именно здесь собрались люди для того, чтобы... Поверните налево, затем Украину. Ваше место назначения будет справа. Спасибо. Вот так вот работает техника. Один подсказывает, тут я вещаю. Буквально записываю, чуть ли не в YouTube. Сейчас буквально через 2 секунды передам. Вот такая грядет чертовщина. Очень большие изменения ждут Украину. Да и весь мир. Я все время говорю, что прочитал цифру, 2 миллиарда человек потеряют работу в том виде, в котором она у них сегодня есть. Придется переучиться, переделать себя, фактически стать другими людьми. И без освоения этой техники вообще ничего не получится. Скорость передачи информации нарастает с головокружительной быстротой. Сейчас я жду Google очки, чтобы сделать себе виртуальную реальность. И тогда уже все. Будет что-то необыкновенное. А нам надо продолжать. Революция!